Извини. Кому? Я к руководству по бизнесу. Зовут? Софокл, родители, папа греческий учил, мама не давала, хотела назвать Семеном, папа назвал Софокл. Фамилия Одетых. Одетых, Софокл Одетых. Просто я по бизнесу, у нас семейная традиция, мы делаем всегда большие деньги и нечего из воздуха. Это бабушка играла в баскетбольные игры, дедушка, знаете, у нас такой бизнес. Просто я хочу рассказать, чтобы мы все вместе сделали больших денег. Просто я сейчас пройду и все, а потом немножко и вам задам. Кому? К руководству. Зачем? Кто пропустил? Я сам прошел. Как прошли? Внизу сам прошел. Смотрю, понятно. Я раз еще там. А почему вы черт знаете, кого пропускаете? У меня аппаратура миллион. Вы ждете, у меня люди. Кого пропускаете? А вообще всяких досов. Я прошли. Я Софокл одет. Я Софокл одет. Кто одет? Кто? Кто одет? Кто кого одел? Кому прошли? Даже в школе никто так не орал. Зачем пришли? Давайте с вами сыграем сейчас в игру, и вы все поймете. Игра называется «Старинная русская забава». Мы работаем для новых русских, на свадьбах, на банкетах, на похоронах. Не, на похоронах нет, там никто не играет. Значит, мы играем в салочки по большие деньги сразу. Люди, это экстремальные условия. Что за салочки? Ну, не саечка, вернее. Саечка. Что за саечка? Оп, саечка, видите? Нет, 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 нет. Нет, извините. Извините, вас как зовут? Извините. Извините, извините, вас как зовут? Извините. Сорвалось. Николай Петрович. Николай Петрович, извините, пойдете. Я смотрю, вы к саечкам вы... Какие еще игры? У вас не приспособлены. Может, лычки? А? Не, ну, это только это случай проигрыша. Играем мы всегда, начальная ставка. Давайте поможем. Вас сейчас, что ли, выгнать или нет? Вас сейчас, что ли, спасать или нет? Что за саечки, садок? Дальше что? Дальше? Не хотите денег, не надо. Не понял. Игра простая. Начальная ставка $100. Значит, я делаю контрольный замес, вы должны угадать, где нет. Дополнительная сачка, я забираю деньги, все, понимаете? Я все покажу, у вас деньги есть. Нет, вот деньги. Это есть, у тебя есть. Есть. Ну, давай. Мне неудобно, они просто у меня припрятаны в интимном месте, чтобы никто не украл. Просто... А что, не мне доставать, бак? Не, ну я редко достаю, я всегда выигрываю. Мне дать... Ты выиграешь всегда? Это бизнес, я чего хочу предложить. Да, я могу сплачивать. Да, я могу. Как, говоришь, игра называется? Или лычки, или саечки. Игра в лычки. Ну давай. Ставка. Ставка, говорю. $100, я сказал. На. Ну смотри, брат. Если что-то не так, мои ребята тебя разорвут. Что это на ваших баксах Франклин моргает? Ну ладно, ладно, успокойся, успокойся. Нет, я-то чего, подожди. Поехали, давай. Мне брат всегда говорил. Давай, 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 давай. Да, говорил. Давай, 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 давай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Контрольный замес. 1, 2, 3, 4, 1, 1. Все. Все? Все. Здесь. Нету. И денег нет, самое главное. Понимаете, идите поближе. Просто я вам раскрою секреты. Давайте еще и деньги. Давайте, давайте, я видел у вас там, вы когда доставали. Это бизнес. Это русский экстрим. А как? У меня и бабушка в это играла, и дедушка. Ну тогда, знаете, керенки большие, знаете, пока свернешь, значит, это маленькая, Франклин улыбнулся, раз еще. И такой же, смотри, одинаковый. Где вы берете? Значит, берешь, сворачиваешь, надкушаешь. Не просто надо. Контрольная проба просто, знаете. Мы же, знаете, просто. Раз, два, если нет, ставка улыбается. Значит, если не угадали, контрольная ставка улыбается. Все! Значит, еще нет, еще не замешал. Раз, два, три, четыре. Что? Я сам себя остановлю, не надо на меня давить вообще. Оп! Опа, я сразу ударил, потому что ничего нет. У меня еще игра есть, называется «Везунок». Не надо, везунок, не надо мне. Везунки, ползунки, не надо. Нет, там кто проигрывает, везет до начальства. Если есть какие предложения, я рассматриваю, но я свои сначала должен пропихнуть. Я же просто... Так, стой, 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 стой. Гарик, Юрий, Гарик, Юрий. Гарик, Юрий, взять. Я ползунки, ползунки, давай отсюда. Дедушка, я вам сказал отсюда, давай быстро, быстро отсюда. Мы быстро, идем быстро, 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 мы идем не Валя, сейчас тебе приведут ребят. Командного товарища, пусть на первом этаже поработает недельку, да. Посмотрим, что-то салочки у меня так, да, такое, может пройдет, да.